Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим производство обыкновенных шоколадных масс. Немного затронем схемы линий производства шоколадной массы. Подробно рассмотрим уравнения, которые описывают производство обыкновенных шоколадных масс. Подробно машинно-аппаратурные схемы линий производства плиточного шоколада, порошка какао, плиточного шоколада с различными начинками рассмотрены в отдельных видео лекциях, с которыми вы можете ознакомиться на канале. А мы переходим к обыкновенным шоколадным массам, которые представляют собой тонко измельченный полуфабрикат, полученный смешиванием сахарной пудры с какао-тертым и маслом какао. С целью экономии масла какао к этим компонентам может добавляться до полупроцента лицетина. В некоторых случаях для получения желаемого аромата вводится ванилин. Из обыкновенной шоколадной массы готовится натуральный шоколад. Шоколад с добавлениями получают из обыкновенной шоколадной массы с введением добавлений. В результате дополнительной обработки шоколадной массы может быть повышена ее дисперсность, степень раздробленности частиц. Такая масса называется десертной. Она может быть как натуральной, так и с добавлениями. Наиболее распространенные добавления – сухое молоко, сухие сливки, ядра орехов, кофе и так далее. Разновидностью шоколадной массы является шоколадная глазурь. Кувертюр. Ее большую текучесть получают путем увеличения жирности. Десертные шоколадные массы будут рассмотрены, как и глазирование шоколадной глазурью. Эти темы будут рассмотрены в отдельных видео. Шоколадная масса в зависимости от температуры может быть твердой или жидкой. По структуре жидкая шоколадная масса это суспензия, в которой дисперсионной средой является какао-масло, а дисперсионной фазой сахарная пудра и твердые частицы какао тертого. Качество шоколадных масс определяется дисперсностью. Под дисперсностью понимается доля частиц размером до 20 микрометров в общем количестве твердых частиц, выраженная обычно в процентах. Так, например, обыкновенная шоколадная масса содержит 92% частиц размером до 20 микрометров. Ее дисперсность 92%. Десертная шоколадная масса имеет дисперсность не менее 97% а с добавлениями 96%. Определение дисперсности проводится по методу Реутова. Шоколадные массы готовятся на механизированных поточных линиях как с объемной дозировкой компонентов, так и с дозированием по массе. На экране представлена механизированная поточная линия производства обыкновенной шоколадной массы большой производительности. Ленточным дозатором 3 в микромельницу 4 подается сахар-песок. Мельница измельчает его в пудру, которая поступает по трубе 5 в обогреваемый смеситель 6. Туда же плунжерными дозаторами 1 и 2 подается какао тертое и часть какао масла. В смесителе компоненты тщательно перемешиваются, образуя однородную тестообразную массу с температурой не выше 40 градусов Цельсия и жирностью до 28%. Она непрерывно выходит на стальную ленту 8 и с помощью шиберов 7 распределяется на 5-волковые мельницы 9. Количество параллельно установленных мельниц зависит от производительности смесителя и достигает 7. Мельницы измельчают частицы дисперсной фазы и общая поверхность частиц становится значительно большей. На этой Увеличенной поверхности адсорбируется свободное масло какао, отчего масса становится как бы сухой. Сухая, легко комкующаяся при сжатии пальцами масса с верхних волков мельниц ссыпается на стальную ленту 10, по которой подается в конж-машину 11 при помощи направляющих 12, у конж-машины подлежащей загрузке шибер опускается и исчищает массу. Конш-машина обрабатывает, конширует порцию шоколадной массы длительное время. То есть является машиной периодического действия. В процессе конширования в шоколадную массу вводится вторая часть какао-масла с небольшим количеством растворенных в нем фосфатидов. После Конширование шоколадная масса перекачивается в темперирующие сборники 13, в которых она хранится постепенно охлаждаясь. Ее температура снижается с 75-55 градусов Цельсия до 50-40 градусов Цельсия. И при этой температуре она хранится при энергичном перемешивании. Перемешивание предотвращает расслаивание суспензии. В некоторых машинно-аппаратурных схемах, которые рассмотрены в отдельных видео, конширование обыкновенных шоколадных масс не применяется. А конширование применяется только при приготовлении десертных масс. Однако, вы можете, посоветовавшись с вашими технологами, выбрать ту схему производства, которая вам будет удобнее. Работа линии может быть описана следующим равенством. В этом равенстве имеется три неизвестных. Оно может быть решено, если известна рецептура. Чтобы использовать жирность шоколадной массы при решении этого равенства, ему целесообразно придать другой вид, который вы видите на экране. В этом выражении Слагаемые представляют собой доли сахара, какао тертого и какао масла в шоколадной массе, выраженные в процентах. Обозначим эти процентные доли через S, T и M, соответственно для сахара, какао тертого и какао масла. Тогда, тогда любая рецептура описывается равенством. Жирность М с чертой шоколадной массы в процентах представляет собой сумму свободного какао-масла, М большое, и какао-масла, содержащегося в какао-тертом. То есть формула представлена на экране. Следовательно, доля вводимого в шоколадную массу какао-масла линейно зависит от содержания в ней какао-тертого. Совместное решение равенств, которые представлены вверху экрана, дает равенство, которое представлено внизу экрана. Представим на графике, которую вы видите сейчас на экране, равенство графически. Равенство представлено внизу экрана, а график в стороне от меня. По оси ординат отложим процентное содержание компонентов, то есть состав шоколадной массы. А по оси абсцисс процентное содержание какао тертого Т. Сначала оси абсцисс примем нулевое содержание какао тертого. Тогда на оси ординат будет представлена шоколадная масса, состоящая только из двух компонентов. Первая часть – какао-масло, доля которого М с чертой – и вторая часть ⁇ сахар, его доля S. При введении в состав шоколадной массы какао-тертого, содержащего масла, количество добавляемого какао-масла уменьшается по линейному закону. При этом можно ввести такое количество какао-тертого, что соединим точку M с чертой на ординате с точкой Е e на оси абсцисс прямой линией и получим график М большое равно М с чертой минус М малое t. Прибавив к добавляемому какао масло какао тертое, получим содержание какао продуктов в шоколадной массе. оно вычисляется по уравнению на экране. Графически это прямая линия, выходящая из точки М с чертой. Вторую конечную точку можно найти, если вместо Т подставлять его предельное значение. Ранее найденное нами и равное М с чертой, деленное на М малое. Ордината, соответствующая содержанию какао-продуктов в шоколадной массе, вычисляется по формуле. Соединив точку М с чертой на М малое на оси абсцисс с точкой имеющие координаты. Первая координата. М с чертой деленное на М малое. Вторая координата. М большое деленное на М малое. Прямой линией. Получим треугольник АБЕ. E. Горизонталь D равная стороне BE делит треугольник на две части. Отрезками выше прямой АД представлена доля твердого остатка какао тертого Т большое, единица минус М малая. А отрезками ниже прямой АД какао масло в какао тертом. Прямая EB, проложенная до пересечения с прямой 100 равно константа, дает полирецептур шоколадных масс одинаковой жирности, но разных вкусовых ощущений. Определим, чем различаются две шоколадные массы, если они имеют одинаковую жирность М большой с чертой, но разный состав. Состав одной из масс характеризуется содержанием какао тертого Т штрих, какао масла М штрих и сахара С штрих. А у второй те же компоненты содержатся в количествах Т-, М' и С'. Сахар сообщает шоколадной массе сладость, какао тертая горечь. Какао масло является нейтральным во вкусовом отношении. Вкус шоколадной массы можно характеризовать числом, которое вычисляется по формуле на экране. Соответствие вкуса значением NS приведено в таблице на экране. Равенству, которое вы видите на экране, можно придать другой вид. Изначальное равенство представлено сверху, а преобразованное внизу. Таким образом, эти шоколадные массы различаются вкусом. Слаще первая шоколадная масса. Это можно посчитать по ранее приведенной формуле. Однако соответствие между рецептурой и вкусом массы удобнее находить графически. Для этого уже на другом графике, который вы сейчас видите в стороне от меня, по оси абсцисс отложено процентное содержание какао тертого Т в массе, а по оси ординат НС. Максимальному содержанию какао-тертого m большой с чертой деленной на m, соответствует значение ns минимальное, которое рассчитывается по формуле на экране. При этом ns максимальное равно бесконечности. Для ранее рассмотренных шоколадных масс получим, что при t- шоколадная масса имеет ns- больше 2. То есть масса является очень сладкой. Масса с Т штрих имеет НС2 штриха приблизительно равная полтора, то есть масса просто сладкая. Все полученное нами поле возможных рецептур шоколадных масс неравноценно по полноте использования дорогого импортного сырья какао-бобов. В шоколадной массе, состоящей только из двух компонентов какао тертого и сахара, все какао продукты находятся в масле. В шоколадной массе, содержащей добавленное какао масло, нет жмыха, который получается при отжатии этого масла. Поэтому трехкомпонентная шоколадная масса не содержит все какао продукты. Чем больше в массу добавлено какао масла, тем больше получается жмыха, не используемого в составе шоколадной массы. Масса получаемого жмыха зависит от коэффициента отжатия какао-масла и тех потерь, которые происходят при его получении. Коэффициент отжатия ν рассчитывается по формуле на экране. Для получения какао-масла в количестве ГМ необходимо иметь какао-тертого ГМ, деленное на ню. Если при этом имеются потери ПМ, то количество какао-тертого рассчитывается по формуле. После отжатия из какао-тертого получается какао-порошка ГП, в количестве которое можно рассчитать по формуле на экране. Доля П какао-порошка от доли какао-масла, вводимого в шоколадную массу, составляет. Принимая во внимание равенство, которое приведено сверху, получим равенство другое для вычисления p, то есть доли какао-порошка. То есть p является линейной функцией от t. Так как какао-порошок является дополнением шоколадной массе, то его можно приплюсовать к шоколадной массе снизу, а не сверху, для удобства, чтобы все какао-продукты были собраны вместе. В зависимости от доли какао тертого Т большое в шоколадной массе, меняется общее количество какао-продуктов, в которые входит и какао-порошок. Количество какао-порошка представляет собой линейную функцию от t. Найдем точки, через которые проходит линейная функция. При t равном нулю количество порошка максимально. Коэффициент отжатия ν меньше 0,5, а ν штрих меньше ν, то есть kp больше единицы. При t большом равном m большой с чертой деленное на m, p минимальное рассчитается по формуле на слайде. По этим точкам проводим прямую линию, характеризующую долю получаемого какао-порошка. Полученный график наглядно показывает, сколько получается какао-порошка при разной доле введенного в состав шоколадной массы какао-масла. Для суждения о полноте использования какао-бобов предлагается воспользоваться коэффициентом использования какао-продуктов. Это Значения m, t, p являются функцией t и берутся из графика, представленного на экране. Это является дробно-линейной функцией от t, которую можно придать следующий вид – пользуясь ранее введенными соотношениями. На рисунке представлен график дробнолинейной функции. Он проходит через точки при t равное m большое, деленное на m малое. При t равном нулю минимальный коэффициент использования какао-продуктов не зависит от жирности массы определяется коэффициентом отжатия масла из какао тертого и потерями, так как КП рассчитывается по формуле. В идеальном случае при отсутствии потерь минимальный коэффициент использования численно равен коэффициенту отжатия. График дробно-линейной функции, проходящей через точки с координатами, представленными на экране, представляет собой слегка изогнутую кривую линию. В приближенных расчетах ее можно заменить прямой линией. Для ранее рассмотренных шоколадных масс получим коэффициенты использования это штрих и это два штриха. Рецептура с меньшей долей сахара дает лучший коэффициент использования какао-продуктов. В самом деле коэффициент использования какао-продуктов показывает, какая их часть содержится в шоколадной массе. То есть справедливо равенство. Таким образом, из рассмотрения графика, представленного на экране, следует, что количество какао тертого Т нулевое рассчитывается по формуле. Из Т нулевого какао тертого получается 100 килограмм шоколадной массы. А из 817 килограмм Какао тертого шоколадной массы получится, расчет представлен на экране. В этом виде формула не совсем удобна, так как это зависит от t согласно графику. Из графика на рисунке находим общее количество какао тертого t нулевое, учитывая равенство, которое приведено ниже формулы для t нулевое перепишем формулу t нулевое в другом виде. Подставив найденное значение t нулевое в формулу, которая представлена вверху, получим новую формулу для расчета gh. Это дробно линейная функция, которой удобнее придать другой вид. Представлены оба вида для gh. Знаменатели можно вычислить по отношению отрезков А, Б, К, К на графике, которую вы видите на экране. В таблице, которую вы видите на экране, приведен подсчет количества шоколадной массы, получаемой из одной тонны какао-бобов при выпуске товарного какао-порошка. График количества шоколадной массы в зависимости от доли какао тертого представлен на экране. Эта зависимость представляет участок дробно-линейной функции с почти прямой пропорциональностью. Изложенный метод позволяет также определить, на какие части следует делить общий расход какао тертого для получения какао масла и для введения в состав шоколадной массы. Эти части могут быть определены отрезками BN и NA на графике. Кроме ранее описанной линии, ряд отечественных кондитерских предприятий получают шоколадные массы для обыкновенных сортов шоколада и глазури на механизированных поточных линиях небольшой производительности. Линия состоит из двух смесителей, 4, помещенной между ними пятиволковой мельницы 5 и гомогенизатора 8. Все механизмы работают непрерывно. Полуфабрикаты перемещаются с самотеком. Непрерывность загрузки компонентов рецептуры основана на строгом расчете расхода их в минуту. В соответствии с расчетом регулируется подача дозирующих механизмов 1, 2, 3 для жидких и сыпучих компонентов. Важным условием... Для нормальной работы линии является предварительная подготовка полуфабрикатов. Нагрев какао-масла и какао-тертого до 60-65 градусов Цельсия. Тщательное перемешивание последнего. Превращение сахара в тонко измельченную пудру. В первом смесителе происходит смешивание всех компонентов рецептуры с помощью лопастей, винтообразно насаженных на два вала. Валы расположены параллельно вращаются в противоположных направлениях с частотой 2,8 секунда в минус 1. И смешивают массу в течение 20 минут при температуре 40-45 градусов Цельсия. Какао-масло в первой, левый смеситель 4, подают не полностью, рассчитывая его количество так, чтобы в массе содержание какао-масла не превышало 28%. Получаемая в первом смесителе пастообразная масса проталкивается смешивающими лопастями к выходному патрубку и самотеком поступает в пятиволковую мельницу 5. Отсюда измельченная масса в виде тонких хлопьев ссыпается во второй правый смеситель 4. Устройство второго смесителя аналогично первому. Процесс обработки во втором смесителе отличается большей интенсивностью. Частота вращения волок увеличена до 10 радиан в секунду. Температура массы повышена до 65 градусов Цельсия. Во второй смеситель дозатором 6 загружаются оставшиеся какао масла, дозатором 7 фосфатиды и ароматические вещества, а обычно ванильная эссенция. Под влиянием повышенной температуры и разжижителя процесс получения жидкой шоколадной массы во втором смесителе заканчивается быстро, и масло сливается в гомогенизатор 8. В нем в результате очень большой скорости рабочих органов, быстро вращающихся дисков, происходит значительное снижение вязкости шоколадной массы, достигается гомогенность ее состава обработкой в гомогенизирующем эмульсаторе цикл производства шоколадной массы заканчивается. Поточно-механизированный способ производства шоколадной массы экономичен, не требует больших энергетических затрат и производственных площадей, применение ручного физического труда. При этом цикл производства значительно сокращается. Как указывалось ранее, при загрузке шоколадной массы в конш-машину к ней с целью экономии масла добавляют немного фосфатидов. Их предварительно растворяют в нагретом какао масле в соотношении 1 к 1. Применение фосфатидов основано на их способности снижать вязкость шоколадной массы. В соответствии с разжижающим действием фосфатидов в практике шоколадного производства их называют разжижителем. Фосфатиды обладают высокой поверхностной активностью – на границе раздела фаз жир, твердая фаза. В данном случае диспергированные частицы какао и микрокристаллики сахара. Поверхностно-активные вещества, адсорбируясь мономолекулярным слоем, снижают поверхностную энергию частиц, препятствуя их сцеплению, а следовательно и структурообразованию. Нарушение процесса структурообразования – Приводит к снижению вязкости. Добавление фосфатидов позволяет снизить количество какао масла. Если добавить 0,5% фосфатидов, то расход какао масла можно уменьшить до 3%. Наличие фосфатидов. В шоколадной массе указанном количестве не ухудшает вкус шоколада. В кондитерском производстве. Применяют фосфатиды растительного происхождения, получаемые в масло жировой промышленности при переработке масличных семян. Фосфатиды масличных семян относятся к сложным липидам, в состав которых входят жирные кислоты и спирты, глицерин и инозит. Фосфорная кислота, азотистые основания. Фосфатиды в масличных семенах содержатся в свободном состоянии и в связанном в виде комплексов с белками и другими веществами. Фосфатидный комплекс выделяют из растительных масел гидратацией, обработкой небольшим количеством воды. При этом фосфатиды теряют способность растворяться в масле и выпадают в осадок, часто называемый гидратационным. В высушенном гидратационном осадке кроме фосфатидов Всегда содержатся 30-35% триглицеридов жирных кислот. Фосфатиды в воде не растворяются, но набухают в ней, образуя в дальнейшем мутные коллоидные растворы. Фосфатиды оптически активны, вращают плоскость поляризации вправо. На кондитерские предприятия фосфатиды поступают в виде фосфатидного концентрата влажность которого при использовании его в шоколадном производстве не должна превышать полутора-двух Состав фосфатидных концентратов представлен в таблице на экране. Из фосфатидов в семенах масличных растений наиболее широко распространены лецитины, фосфатидилхолины и кефалины, фосфатидилэтаноламины. Лицетины представляют собой эфиры глицерина, в которых два гидроксила этерифицированы жирными кислотами, а третий гидроксил фосфорной кислотой, одна валентность которой используется для этерификации халином. Разнообразие лицетинов и кефалинов зависит от природы, содержащихся в них, остатков жирных кислот. Например, димеристо, дипальмито, дистеарофосфатидилхолины и от их положения остатка фосфорной кислоты в молекуле глицерина. Оно может быть центральным бета-лецитины и бета-кефалины или крайним альфа-лецитины и альфа-кефалины. Структурная формула лецитина в диполярной ионной форме представлена на экране. Холин является производным гидрата окиси аммония, которым три водородных атома замещены метильными группами, а четвертый – остатком этилового спирта. Гидроксильная группа при атоме азота находится в ионизированном состоянии, поэтому холин проявляет щелочные свойства. Под действием ферментов Холин может передавать свои метильные группы другим веществам, принимая активное участие в обмене веществ в живом организме. Чистые лицетины представляют собой белые гигроскопические вещества, темнеющие на воздухе. Некоторые лицетины, например, извлеченные из яичного желтка, воскообразны. Лицетины хорошо растворяются в жирах, этиловом спирте и в других органических растворителях, за исключением ацетона и метил ацетата. Содержание лецитина в фосфатидах масличных семян колеблется в среднем от 20 до 40%. Наибольшим количеством лецитинов отличаются фосфатиды семян сои. Наряду с лецитинами встречаются упомянутые выше кефалины, фосфатидилы, этанол, амины. Структурная формула кефалина в диполярной ионной форме представлена на экране. Кефалины – твердые вещества белого цвета, гигроскопичны так же, как и лецитины. Растворяются во многих органических растворителях, кроме ацетона. И в отличие от лецитинов, способных растворяться в этиловом спирте, кефалины в нем не растворяются. Этим пользуются при разделении лицетинов и кефалинов. Сравнивая формулы лицетина и кефалина, можно видеть, что в кефалине вместо холина содержится этанол-амин, называемый коламином. Коламин аминоэтиловый спирт, моноэтаноламин, амин содержащий гидроксильную группу и аминогруппу при соседних атомах углерода. Эта сиропообразная жидкость легко смешивается с водой, обладает щелочными свойствами. Содержание кефалинов в фосфатидах масличных семян несколько ниже, чем лецитинов. Однако при разделении смеси фосфатидов кефалиновая фракция по количеству преобладает. Это объясняется тем, что в эту фракцию Попадают и другие фосфатиды, сходные с кефалином по некоторым свойствам. Например, фосфосерины и фосфоинозитиды. Фосфосерины отличаются от лицетинов и кефалинов наличием в них серина, аминогидроксикислоты. Свободный карбоксил придает этим фосфатидам кислый характер. В растительных фосфатидах. Фосфосерин обычно ассоциирован с ионом щелочного металла, чаще всего с ионом калия. Содержание фосфосерина в фосфатидах масличных семян не превышает 5%. В последнее время в составе фосфатидов обнаружены фосфоинозитиды, соединения малоизученные. В их состав входит инозит, шестиатомный циклический спирт, представляющий собой белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде. При гидролизе фосфоинозитида были обнаружены инозит, фосфорная кислота, сахара, жирные кислоты и коламин. Фосфоинозитид, выделенный из бобов сои, связан глюкозидной связью с сахаром, галактозой или арабинозой и сложной эфирной связью с остатком фосфорной кислоты. Известно также, что инозид-фосфатиды представляют собой значительную фракцию растительных фосфатидов. Фосфоинозитиды и фосфосерины, как кефалины, не растворяются в этиловом спирте. Поэтому при разделении смеси фосфатидов они оказываются в кефалиновой фракции. Как видно из данных, Таблицы на экране в составе фосфатидных концентратов имеются ценные в физиологическом отношении вещества – токоферолы, стерины, каротиноиды. Их наличие объясняют сорционными процессами при выделении фосфатидов из масла. Кроме связанных сахаров, часть их связана с фосфоинозитидами, а обнаружены в концентратах фосфатидов и свободные сахара количество которых обычно не превышает 5%. Среди свободных сахаров найдены сахароза, рафиноза, стахиоза. Чаще всего применяют соевые фосфатидные концентраты, редко подсолнечные. В основном из-за того, что они сохраняют специфический запах подсолнечного масла. Содержание фосфатидов в сое 1,6-3,2%. В семенах подсолнечника 0,6%. 0,8%. Цвет фосфатидного концентрата допускается от светло-желтого до коричневого. Интенсивность окраски фосфатидных концентратов зависит от степени тепловой обработки семян, продолжительности сушки концентратов и тому подобное. Чем выше температура обработки и продолжительнее сушка, тем темнее конечный продукт. Кроме того, цветность фосфатидных концентратов зависит от присутствия в них Милана фосфатидов продуктов взаимодействия аминокислоты серина с редуцирующими сахарами и продуктами их распада оксиметилфурфуролом и фурфуролом. Концентрация фосфатидов зависит от температуры. При обычной температуре они пастообразны. С повышением температуры разжижаются, становясь подвижной вязкой жидкостью. Разводку шоколадной массы можно производить на специально для нее отведенной станции обработки в темперирующей машине или в процессе конширования. Большую роль в снижении вязкости шоколадных масс при разводке играет последовательность загрузки какао-масла и фосфатидов. На основании исследований, проведенных в ней кондитерской промышленности, дается практическая рекомендация. Сначала ввести в шоколадную массу половину какао-масла от всего количества, даваемого на разводку. Спустя 15 минут разведенный фосфатидный концентрат. А еще через 15 минут остальное количество какао-масла. В этом случае вязкость оказывается ниже, чем во всех остальных опытах, в которых последователи Внесения были другие. Рекомендуется также длительное перемешивание 5-6 часов шоколадной массы перед введением фосфатидов, что приводит к резкому снижению вязкости после разводки. Другой путь экономии какао-масла состоит в частичной замене его твердыми жирами. Наличие твердого жира в шоколадной массе должно указываться на этикетке. В ряде стран. Англии, Голландии, Германии и других. А одним из способов получения жирозаменителя является синтез динасыщенных, мононенасыщенных триглицеридов, в которых ацилы олеиновой кислоты занимают положение 2. Синтез проводится ступенчатой этерификацией соответствующего набора жирных кислот или смеси триглицеридов с глицерином. Полученные синтетический заменитель имеет в своем составе полиметиновую кислоту 18,2%, примерно по 40% стеариновой и алииновой кислот. В смеси три глицеридов более 90% занимают симметричные глицериды. Остальные глицериды несимметричные, динасыщенные и мононасыщенные. Температура плавления жира 32 градуса Цельсия. В литературе сообщается, что этот жир не дает эфтектических смесей с какао-маслом. Другой, чаще применяемый способ получения заменителя какао-масла состоит в фракционировании пальмового масла в безводном ацетоне. Фракционирование проводят одно или многократно. Полученные фракции разделяют под вакуумом или под давлением, используя те из них, которые в большей мере схожи с какао-маслом. Такой жир создан в Англии и широко применяется на английских предприятиях как заменитель какао-масла под торговым названием коберин. В Голландии методом фракционирования получают жир под названием кальветта. Способ его производства примерно такой же, как и коберина. В Японии для производства заменителя какао-масла фракционируют натуральное или гидрированное пальмовое масло, используя в качестве растворителя ацетон и его смесь с изопропаном. Как правило, натуральное пальмовое масло фракционирует многократно. Заменитель носит название Фуджи. Он содержит 64% денасыщенных, мононенасыщенных глицеридов которых ацилы алииновой кислоты занимают положение 2. К приведенным примерам жиров-заменителей какао-масла можно добавить и другие вещества. Витакан Германии, Гарфак С6 Италия, ВСДА США, Суперкоа и Экстракоа Англия. В литературе есть указания на хорошее качество этих жиров, они снежно-белого цвета, не имеют неприятного вкуса, запаха, по твердости, хрупкости, температурам плавления и застывания близки какао-маслу. В этом видео мы рассмотрели производство обыкновенных шоколадных масс. Расчетные зависимости для определения состава обыкновенных шоколадных масс. И по графикам, и по формулам а также рассмотрели влияние добавления лицетина и других фосфатидных концентратов в шоколадную массу. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал. Поделитесь этим видео с теми, кому оно могло бы быть интересным. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.